Вместе со Смышляевым в составе сборной России Максим Михайлов, Андрей Махнев, Регина Рахимова, Екатерина Столярова и Марика Пертахия. Сегодня спортсмены провели одну из самых зрелищных тренировок на батутах. Отработка каждого прыжка – процедура тщательная. Ранее, как сообщает портал «Весь спорт», президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что у организации сложная финансовая ситуация из-за слабой популярности фристайла у российской аудитории. Но на полноценную подготовку ведущих спортсменов деньги найдутся. В течение 10 дней сборная будет работать над общей физической и функциональной подготовкой в Сочи. После чего 3 июня команда отправится на снег в Европу.